Вообще не лопается он, во. Так вот сделал, нифига. Потому что он как бы вот, он там завязанный, он никак не лопнет. Он маленький, то есть он вообще не лопнет. Это нереально просто. То есть так вот можно как-то делать, вот так вот. И, то есть будет все нормально. Вот так вот можно посмотреть даже, что все работает. Так, как же эту штуку сделать его? Все. Привет, с вами Александр Сучков, и в этом видеоролике сегодня у нас опять эксперимент, и мы будем делать антистресс из шарика, из обычного шарика, вот он. Это шарик из того видеоролика, который я испытывал его с водой. В общем, в чем прикол? Я сделаю шарик, и он будет, то есть он не лопнет, он его можно будет сжимать в руках, и он будет не лопаться. Ну что ж, давайте уже начнем. Итак, вот мы сейчас будем делать антистресс или просто какую-то фигню из нашего шарика. Вот, значит, у нас есть шарик, тоже из которого видеоролик, который мы уже делали. В общем, что дальше? Что из этого надо делать? Так, вот у нас есть шарик, вот как его можно вообще пользоваться. Вот, то есть можно его вот так вот сдавливать, и он у нас, скажу, не лопнет. Так. Итак, вот я сдул шарик, и теперь вот, значит, у нас есть шарик, то есть обычный шарик, вот такой вот, и теперь мы должны его, ну, как бы немножко надуть, чтобы он был какой-нибудь типа такого. Сейчас я вам покажу, что я могу с этим сделать. Вот. Сделал так, но я пока что не сделал, вот. То есть я надул маленький такой шарик, вот. Ну, какой маленький такой. Сейчас мы будем что-нибудь с этим делать, смотря что у нас получится из этого. Значит, вот, смотрите. Я завязал шарик, вот он сделанный. То есть все, что вам нужно сделать, это чуть-чуть надуть шарик, а именно вообще чуть-чуть его надуть. И все, и завязать его. Так вот как-то получится. То есть теперь его можно брать. Я сделал сын другой, я делал меньше. Вроде бы такой вот покруглее получилось. Можно вот так вот делать. И он не лопнет никак вообще. То есть это не фейк, вот все завязано. То есть вот так вот можно делать. Получается так, что он... Ну видно то, что вот так вот как-то делается. Вот. Это очень даже круто сделано. То есть вот, еще раз показываю, что это не фейк. Вот даже вот так вот можно сделать как-нибудь вот так. Но он сейчас спустится, вот. То есть если он спустится, то он уже не будет такой вот. Вот он спустился. Ну что ж, вот как-то так. Я вам показал, как делать шарик. Итак, вот так мы проверили это все, у нас все получилось. И, значит, видеоролик... получился. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ну, пишите комментарии под видео. И всем удачи, и всем пока.